Казахстан осуждает нападение Хамас на мирных граждан Израиля и захват заложников, включая иностранцев. МИД нашей страны озвучил официальную позицию. Во внешнеполитическом ведомстве заявили, что Казахстан призывает Израиль воздержаться от непропорционального использования силы, ведущей к многочисленным жертвам среди мирного населения сектора Газа и разрушению гражданской инфраструктуры. Казахстан выступает за обеспечение скорейшего прекращения боевых действий и активизации усилий по достижению мира, стабильности и безопасности для всех жителей региона на основе формулы «два государства для двух народов». Поддерживаем призыв генерального секретаря ООН Антонио Гутерриша о необходимости незамедлительного освобождения заложников без предварительных условий и обеспечения беспрепятственного доступа к гуманитарной помощи.